Йоу, пупсики, в сегодняшнем видео мы немного пробежимся по сложившейся ситуации с пикрейтом оперативников, по утечкам и их будущим реворкам, по официальным бафам и нерфам, также попробуем понять направление, в котором движется Ubisoft, и посмотрим, к чему это все в итоге приведет. Перед тем, как мы начнем, хочу познакомить вас с каналом Free Spirit Team. На канале вы можете найти различные обучающие видео, сравнения разных игр и развлекательные нарезки. Парни занимаются не только осадой, но и другими не менее интересными проектами. Также они проводят стримы и многое другое. Найти их канал, как всегда, сможете по ссылочке в описании этого видео. Каждый сезон Ubisoft публикует пикрейт Виндельту всех оперативников. Как мы помним, последнее время в защите оперативник Егерь занимал и до сих пор занимает самую высокую позицию. И даже выход оперативника Вамайн никак не смог повлиять на этот показатель. Егерь остается единственным и незаменимым оперативником в защите по части гранат и не только. Несмотря на то, что Вамайн тоже в принципе занимает далеко не самую плохую позицию. В этот раз Ubisoft все же решили подойти немного с другой стороны. И если верить одной утечке, а верить ей можно, потому что источник уже неплохо себя зарекомендовал, то Егерь получит следующую переработку девайса. Точнее, автор оставил некую подсказку в своем стиле. И сога Егеря в будущем будет работать бесконечно, но появится КД между уничтожением каждой гранаты. Скорее всего, в районе 10 секунд. А помогать в определении работоспособности будет нам индикатор на кончике девайса. Горит, значит работает, погас, значит лучше под гранаты не подставляться. Такая переработка пойдет в первую очередь на пользу оперативнику Фьюз, поскольку он своим гаджетом сможет сразу разменивать и устранять эти самые ADS. Более того, с недавних пор на ТТС его бафнули, добавив четвертую матрешку, и данный патч уже скоро появится на основном сервере. Проблема лишь в том, что, как мне кажется, четвертый кластер чардж никак не повлияет на его пикрейт. Но судя по всему, на данный момент для разработчиков это пока единственный выход, поскольку с радиусом взрывов самих гранат внутри матрешки они уже как-то экспериментировали, и ни к чему хорошему это не привело. То выкрутят на максимум, что с одного заряда полкарты разносило, то наоборот, взрываются прямо перед тобой, а ты и не почувствовал. Но, как утверждают разработчики, сделано это для обычных игроков и игроков высоких рангов. Причем сами утверждают, что по статистике в основном игроки успевают использовать только 2 заряда за раунд. Также этот источник вместе с утечкой по переработке гаджета Егеря сделал пост, где написал, что с выходом 3-го сезона 5-го года осада станет будто новой игрой. Почти уверен, что это никак не связано с переходом на новый движок, скорее всего это из-за количества новых прицелов и остальных примочек. Осада будет играться по-новому. Еще одним изменением, ориентированным на обычных игроков, станет гаджет Gridlock. Ей увеличит развертывание каждой секции шипов, за счет чего общее время расстановки всего гаджета значительно уменьшится. Единственное, гаджет теперь получит задержку в полсекунды между приземлением на землю и началом развертывания. В общем, с Gridlock странная ситуация, ее гаджет в принципе и так неплохо работает. Плюс ко всему, она имеет достаточно хорошую штурмовую с высокой точностью и легкой отдачей. Но тем не менее, ее пикрейт оставляет желать лучшего. С чем это связано, вообще непонятно. И вот лично у меня вообще на нее не стоит. И я пришел к умозаключению, что скорее всего проблема именно в скорости персонажа. Фьюз и Gridlock — это два единственных оперативника, не считая Монти, поскольку он щитовик, которые имеют 3 единицы брони на данный момент. И если в защите подобный фактор не сильно важен, то вот в атаке, как мне кажется, именно это влияет на такую плохую статистику данных персонажей. И тут мы сталкиваемся с последствиями, когда разработчики хотели угодить всяким бодипозитивным направлениям, и пожимаем плоды этого. Поскольку если Фьюза еще можно переделать по 2-2 и это будет визуально незаметно, то Gridlock с 2-2 вообще не соответствует. Затем последует вариант переделать и внешку, как это было уже с Эш, Бандитом и Хибаной. Пойдут ли на это Ubisoft? Нет. Повлияет ли данный баф как-то на Gridlock? Думаю, что тоже нет. Из патча в патч разработчики пытаются вытянуть из ямы Орикса. Каждый раз понемногу накручиваем какие-либо плюшки под способность, и этот патч не исключение. При пробивании бреши в разрушаемой стене количество рывков больше не будет уменьшаться, а время восстановления после рывка сократится до полсекунды вместо единицы. Но сам откат способности при этом увеличен с 8 секунд до 12.
Также, как вы помните, не так давно Oryx на MP5 получил возможность установки угловой рукоятки. Но, как говорят разработчики, только 31% из тех, кто на нем играют, используют ее, что очень странно. В целом, разработчики пока не могут похвастаться результатами Oryx, и в дальнейшем стоит ожидать еще его бафы. Также после недавнего бафа Amaru ее показатель неплохо так поднялся. Общий показатель КД всех игроков на разных рангах почти достиг единицы, а раньше был 0.45. Также ее пикрейт на высоких званиях вырос на 10%. Еще хочется отметить, что после небольшого нерфа эффектов от оглушений эхо дронов, его популярность бампики снизилась, но скорее всего на подобный показатель повлиял не сам нерф, а сколько появления такого оперативника как Мелузи, которая быстро заняла топ-2 в бампике со стороны защиты. Поэтому если в дальнейшем показатель частоты бампиков эхо так и не упадет, возможно его придется снова нерфить, как и Мелузи. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, ну а я буду с вами прощаться. До скорых встреч, пока-пока.